My passion is to teach. Я просто страстная, горячая, у меня горячее желание учить, преподавать. But not just to impart facts from your head. Но не просто передавать какие-то факты, какую-то информацию в голову. I want to be able to give you something like a tool that you can use. Я хочу передать вам как инструмент какой-то, который вы сможете использовать. This is real. This stuff works. И это реально, это работает в жизни. And so that's why, as we look at these heroes of the faith, поэтому вот когда мы будем смотреть на этих героев веры, we want to learn from them so that we can do like they did. Мы хотим поступать так же, как и они сделали. And most of you are you're here because you're leaders. И большинство из вас здесь находятся, поскольку вы являетесь лидерами. You may not have a big following. Возможно, у вас не очень много последователей. Yet. Еще нет много последователей. But you, part of what I'm wanting to tell you is so you can tell your people the truth. Но то, что я хочу сказать вам, вы, чтобы потом смогли передавать истину, говорить истину вашим людям. I don't know if you've ever had this experience, but I have sometimes gone to somebody for an answer, and all they gave me were just pretty little phrases. Я не знаю, было ли у вас такое, но иногда я обращалась к кому-то за ответом, и все, что они могли мне дать, это такие красивые воздушные, как воздушные шарики ответы. Yeah. And I walked away feeling guilty because that didn't help me. И я уходила от них с чувством вины, потому что то, что они мне сказали, на самом деле мне не помогало. So I want to give you something that can help you, and you can use it to help other people. И я хочу сказать вам то, что поможет вам, передать вам то, что поможет вам, и вы сможете это с помощью этого помогать другим людям. Okay, turn with me just to start. John 8:31-32. Давайте начнем с Иоанна, 8 глава. 31-32 стихи. Anything I have worth saying is worth saying because it's God. Все, что я говорю, оно достойно того, чтобы упомянуть это, поскольку это слово Бога. Now Jesus is talking. And he's talking to those Jews who had believed him. And he said, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Okay, the truth shall make you free. Истина сделает вас свободными. But look at what it says. It's not just truth out here that makes you free. Но это не просто истина, которая где-то там находится, которая вас освободит. It's the truth you know. Но та истина, которую вы познаете, которую вы будете знать. It's truth is out there whether I believe it or not. Истина существует всегда, она где-то там, и независимо от того, верю я в нее или я не верю в нее. But that truth that's out there won't set me free until I know it. И все же эта истина, которая там, она меня не освободит, если я не познаю ее. And that word know means to be intimate with. И слово познать означает быть очень близкими с этой истиной. Not just tip your hat. Не просто как бы дотронуться головой до этого, коснуться. You want to know it, be intimate. Вы хотите знать это, быть очень близкими с истиной. Now, go to Luke, chapter 18. А теперь Луки, 18 глава. This is all by way of introduction. Это все в часть моего введения, вступления. Because if we're going to talk about heroes of faith, we need to know what faith is. И прежде чем говорить о героях веры, нужно сначала узнать, что же такое вера. Why don't you just read verses 1 through 8 of Luke
18. Луки, 18 глава, с 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Well, what is she talking about? This is a contrast. We have an unjust judge. Здесь идет противопоставление, неправедный судья. We have a poor little widow. Затем бедная вдова. But he's telling them this story to teach them that we should pray and not give up. И он рассказывает эту историю как пример тому, что нам нужно молиться и не сдаваться. So here's the contrast. We don't have an unjust judge. Контраст состоит в том, что наш судья, он не неправедный. When we go to our father, he's just. Когда мы идем к нашему отцу, он праведный. And we're not some poor widow. И мы также не какие-то там бедные вдовы. We are his children. Мы его дети. So how much more will he answer our prayers? То насколько больше он ответит на наши молитвы. Now look at the last sentence of verse 8. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? И вторая часть восьмого стиха. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? I want to tell you a little story. Хочу рассказать вам одну историю. We hadn't been pastoring our church very long, and it was very small, maybe 5 families. И мы были пасторами нашей церкви очень долгое время, и она долгое время не росла, в ней находилось только где-то 5 семей. And I was driving downtown in our little city. И в нашем небольшом городке я как-то вела машину, я ехала на машине. And just praying and telling God, it's like, we're so little, we're just so small. Я молилась Богу и обращалась к Нему. Мы такая маленькая церковь, нас так мало людей. And I heard God so clearly. It wasn't an audible voice, but I heard Him. И я услышала Бога так отчетливо, хотя это не был какой-то слышимый голос, но я услышала внутри себя. He said, "Karen, when I come back, I'm not going to ask you how big your church was." И Иисус говорит, Кэрен, когда я возвращусь обратно, я не буду спрашивать тебя, какой большой, насколько большая была твоя церковь. I'm going to ask you, were you faithful with the ones I gave you? Но я тебя спрошу, была ли ты верна с теми, кого я тебе дал? That made it small enough for me to get my heart around, and I was like, okay, I can obey this. И этих слов было достаточно, чтобы я могла сказать ему, да хорошо, я буду слушаться тебя. Frequently I would watch Christian television, you would see the big churches. И время от времени я смотрела телевидение христианское и наблюдала за огромными громадными церквями. And here we are in our little church. И вот наша такая маленькая церквушка. But our God, our shepherd cares about the little sheep. И наш Бог, наш пастырь, он заботится о малых овцах. And some of you guys are going to go take care of some little sheep that are very important to Yeshua. И некоторые из вас также будут заботиться о очень маленьких овечках, но которые очень важны для Бога. It's a high calling. Это очень high большое calling. Призвание. Okay, now go to James 2. Теперь Иакова вторую главу откройте. Something else about faith. Тут также говорится о вере. Look at. We're going to start with verse 14. 14 стих. Why don't you go ahead and just read it? Вторая глава, 14 стих. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?
I'm sorry, I should have told you. Go on to verse, where do I want to go? Verse 26. All the way down. И до конца главы давайте. Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет: «Идите с миром, грейтесь, питайтесь», но не даст им потребного для тела. Что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства и исполнила слово Писания? Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно Ирав, блудница, не делами ли оправдалась, принявшись соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Okay. Having the works does not save me. И все эти дела мои, они не спасут меня. But if I have a real faith, it's going to show. Но также, если у меня настоящая вера, это будет видно. There is going to be an evidence in your life, in my life. Будут ясные доказательства в вашей жизни, в моей жизни. If I put a seed in the ground and it's a live seed, pretty soon you're going to see something coming up. Если вы посадите семя в землю, то очень скоро вы увидите очевидность того, что оно живое семя. So, as we look at the lives of these heroes of the faith, we're not going to see somebody that is just sitting in a classroom or sitting out, you know, on some field, you know, looking at the clouds. И когда мы будем рассматривать жизнь этих героев веры, это не те, которые сидят в классе или сидят где-то на поле и смотрят на облака. Faith is going to, real faith, true faith is going to produce action. Вера, настоящая вера, реальная вера, она будет приводить к действиям, к поступкам. It's going to change how you live your life. И она изменит то, как вы живете свою жизнь. And as you're ministering to people, и когда вы будете служить людям, you can begin to see whether this person is getting it, because sometimes they have to come back again and again, and you can tell they haven't quite gotten it yet. И иногда, когда вы будете служить другим людям, они будут возвращаться к вам, и вы будете видеть, что не совсем они все еще поняли. Because they're not changing. Поскольку они не изменяются. So as we look at these guys, the thing that's going to get, I hope it gets you, it really gets me, is none of these men that we're looking at were perfect. И когда мы будем смотреть на всех этих людей, никто из них не был идеальным человеком. And we're going to look at their mess-ups as well as their successes. И мы рассмотрим их такие провалы, большие неудачи, промахи, ну и в том же числе их успехи, достижения. Because that makes me feel better. Поскольку я так себя I don't have to be perfect. Лучше себя чувствую, мне не нужно быть идеальной. I don't have to get it right every time. Мне не нужно постоянно все правильно делать. Because and if you teach your people that you're ministering to, or give them the idea that they always have to get it right, you will so discourage them. Поскольку если вы будете служить людям, будете учить их постоянно, у вас должно быть все получаться правильно, верно и никаких ошибок, то этим вы только их разочаруете. So let's look at the whole story. И давайте рассмотрим всю историю. Okay. Let's look at. I wanted to look at some definitions. Now this was interesting to me. Я хотела бы рассмотреть некоторые определения. Это очень интересно для меня. When I'm preparing a teaching, usually the first thing I do is go and look in the Hebrew and the Greek and look for the definitions. Обычно, когда я готовлю какое-то учение, я смотрю греческий вариант, и вариант в иврите, и смотрю определение, что это такое. Oh, and so I did. First thing I did, I found so easily the Greek definition of faith. И так же самое в этом случае. Я очень легко нашла определение, что такое вера, и как это звучит в греческом варианте. And it's a word, it's pistis, P-I-S-T-I-S. Pistis. And it means a firm persuasion, a conviction based upon hearing.
И это означает очень твердое, очень крепкое убеждение, основанное на том, что вы услышали. Do we need to repeat that so they can write that down? Okay. A firm persuasion, a conviction based upon hearing. Это твердое убеждение, основанное на том, что вы слышите, что вы слышали. And then I went to look for the Hebrew definition of faith, and I got my concordance, and I started looking for the word faith in the Old Testament, and in the English versions of the Bible, there wasn't. There was one place where it used the word faith. И затем я решила взглянуть на определение слова вера в иврите, и что интересно, что в английском варианте перевода Библии было только одно определение слова вера. I really scratched my head. It's like, what? Я почесала свой затылок и думаю, что это такое, почему? Now the word they have that's the closest to it is usually translated in English faithful, steady, steadfast. И самое ближайшее слово, it's in Hebrew, I mean. In Hebrew it is aman, A-M-A-N. Aman? Aman это на иврите слово значит. Звучит так. And it means to be firm. И означает быть убежденным, быть твердым. To endure. Претерпеть, претерпевать. Be faithful. Быть верным. Be true. Быть истинным. Stand fast. Твердо держаться. Trust. Доверять. Have belief or believe. Иметь верование. Those are action words. И все это действие, как это все описывает действие, все эти слова. It's not this, like I said earlier. Okay, I'm gonna sit over here and I'm gonna have faith. Это не просто так, что сел ты себе где-то и говоришь, я верю. I'm just believing God. Я верю в Бога. I'm just believing God. Я просто верю в I'm Бога. I'm believing God's gonna give me a new job. Я верю, что Бог даст мне работу. Well, have you gotten up and applied for a job? А ты вообще подал заявление no, насчет I'm работы? No, I'm just believing God to send me a job. Нет, я просто верю в Бога, Он мне даст работу. Maybe you don't have that in the Ukraine, but we have that in the United States. Может быть, в Украине у вас такого нет, но у нас есть такое в Америке. Snap out of it! That doesn't work. Слышишь, это не работает. That's not biblical faith. Это не библейская вера. Biblical faith is going to produce action. Будет приводить к поступкам, к действиям. Okay. Now, what else do I want to tell you? Oh, there are some things. Еще другие тоже факты. Now, okay. I'll tell you a story. Расскажу вам историю одну. Once upon a time, is that how Ukraine stories start? Do they all fairy tales? Давным-давно в одной далекой стране. Once upon a time, there were two men. Мы жили были два мужчины. And they're walking around this lake. И они ходили вокруг этого озера. And it was a big, it was big lake. И это озеро было очень большое. And they got halfway around the lake, and it began to get dark. И они только прошли половину пути, как начало уже темнеть. And they, it was cold, and they thought, well, the one friend said, "Come on, let's just go home. We don't have time to go around the lake. We'll just go across." Им нужно было переправиться на другую сторону. И один из друзей этих говорит, ну давай, у нас все равно времени нет, давай попробуем пересечь озеро. There was no boat. И у них не было лодки. And the friend was like, we can't go across the lake, that's water. И второй думает, ты что, как же пересечь по воде это озеро? And the friend said, come on, come on, come on, yeah, we can, come on, come on, come on. What we have? The friend said, "Yes, we can do it. Come on." Ну давай, мы сделаем это, у нас получится. And the friend was like, "Okay." Ладно. And they started walking across the lake. И они начали идти по озеру. And they did. И они перешли. Now this was not a miracle. Это не было чудо. It was winter. Это была зима. The lake was frozen. Поскольку озеро было замерзшим. Now,
How much faith did that friend have? He had zero faith. Сколько веры было у этого друга? У него было ноль веры. Did he make it across? Sure he did. Перешел ли он озеро? Да, перешел. Not because of how much faith he had. Не из-за того, сколько веры у него было. It was the quality of what he was believing in. Но качество того, во что он верил. Okay, same guy. И тот же самый парень. He's out later walking around the same lake. Позже он также обходит тоже озеро. And it gets late. И уже опять начинает темнеть. And he remembers. И он помнит. I think I'll just walk across the lake. Я думаю, что я перейду по озеру. He steps right out and slinks like a rock. Down the water. Down. Он только делает первый шаг и тонет, начинает тонуть как камень. Because it's summer. Потому что это лето. That time he had lots of faith. В то время у него было много веры во второй раз. But what he was believing in wasn't steady. Но то, во что он верил, оно не было стабильным, оно не было прочным. That story illustrates a huge truth about biblical faith. Эта история иллюстрирует огромную истину о библейской вере. It's not about how hard we believe. Это не то, насколько твердо, насколько сильно вы пытаетесь верить. It's about the quality of the one we're trusting in. Но все это сосредоточено на качествах характера того, в кого мы верим. And you cannot separate our God from His Word. И мы не можем отделить нашего Бога от Его Слова. He cannot lie. Он не может лгать. And everything we believe, we are believing his character. И все, во что мы верим в его характер. He can't lie. He cannot. Он не может лгать. Это не его такая природа. That is so important for us to get that clear, because you and sometimes the people you are ministering to will think that if they can that they have to believe it really hard to get it to happen. Иногда, когда вы будете служить людям, люди будут думать: о, очень надо сильно просто верить, и это произойдет. I'm telling you, if God said it, it's going to happen. Просто скажите, если Бог сказал это, то это произойдет. Don't turn there, but write it down. Jeremiah 1:11 and 12. Просто запишите Иеремия 1 глава 11-12 стихи. Memorize this one. Запомните наизусть эти стихи. If you have to, put it on your mirror. Или себе. Write it where you can see it. Напишите на зеркале эти слова, чтобы вы всегда видели. God is talking to Jeremiah. Бог обращается к Иеремии. And he says, I, God, I am watching over my word to perform it. И Бог говорит: я наблюдаю за моим словом, чтобы оно исполнилось. That if he said it, he's going to do it. Your job is to obey. Если он сказал это, то он исполнит свое слово. Ваша задача просто слушаться. Now, there's another thing you need to know about faith, and you're going to see it. We are going to see it as we look at the lives of these people. Еще один факт в отношении веры. Мы это увидим также в жизни этих людей. Our faith is frequently tested. Наша вера постоянно подвергается испытанию. Get used to it. Привыкните к этому. Expect it. Ожидайте этого. If you're expecting your faith to be tested, it's not going to upset you when your faith is tested. И если вы будете ожидать испытания вашего веры, то вас не будет огорчать, когда вы встретитесь с этим испытанием. Now James 1:2-8. You don't have to read it, but James 1:2-8. Иакова в первой главе с 1 по 8 стихи. James tells us that we are supposed to count it joy when our faith is tested. Иаков говорит, мы должны радоваться, когда наша вера подвержена испытанию. Yippee! Woohoo! Да, сейчас. My faith is being tested. Hey, да. Let's have a party. Испытание моей веры. Давайте устроим вечеринку. That's how we should be, though. That is how we should be. Хотя это так, такое наша должна быть реакция. Because when our faith is tested.
когда наша вера в испытании. If it's true faith, it'll pass the test. Если это настоящая вера, то она сдаст этот экзамен. And if it's not, let's just get rid of it. Если это не настоящая вера, то давайте избавимся от нее. And then the reason it's God lets it be tested is so that we will can be mature. Причина испытания веры, чтобы мы стали зрелыми. So we can be complete. Чтобы мы стали совершенными. And so we won't lack anything. И чтобы мы ни в чем не имели недостатка. I want to be that kind of a person, a mature person. Я хочу быть таким человеком, зрелым человеком. And then it goes on to say that if you aren't if you don't look to God and ask Him in faith. И потом он продолжает говорить, если вы не ищете Бога, если вы не просите Его с верой. You are going to be a double-minded man and unstable. То вы будете человеком с двойственными мыслями, и вы будете нестабильными. Yes, I believe God. No, God, are you ever going to do it? I guess I didn't. You just didn't say it. You лied. Oh, yes, God, I believe you. I believe you. О, да, Бог, я верю тебе. О, нет, Бог, я не знаю, как же ты с этим справишься. Да, да, я верю тебе, Бог. О, я не знаю, как же это все получится. That's nuts. Это не является. We don't want to live that way. Вера, мы не хотим жить таким образом. We want to be stable. Мы хотим быть стабильными. Now here's another thing about faith. Еще один факт в отношении веры. Write down Psalm 105, verse 17 through 19. Запишите 104-й псалом, стихи 17-19. It's talking about Joseph. Здесь говорится об Иосифе. We'll look at him more. Big words, big promises from God. Иосиф, большие дела, большие поступки, большие обетования от Бога. And then it's okay. This is Psalm 105, 17 through 19. You don't have to read it. And then it says. И там сказано. Joseph, who was sold as a slave, was laid in irons until the time that his word came to pass. The word of the Lord tested him. Стеснили оковами ноги его, и железо вошла душа его, доколе не исполнилось слово его, слово Господне испытало его. The word of the Lord is going to test you. Слово Господа будет испытывать и вас. I guarantee you, and the bigger the word, the more difficult the test. Я даю вам гарантию, чем больше слова вы получили, тем труднее будет испытание. Has anybody ever had an awesome prophetic word spoken over their life? Получил ли кто-то замечательное пророческое слово в отношении вашей жизни? Has it been tested yet? Было уже ли испытание этого слова? But it's not being tested. The word of the Lord is already tested. You mean? The word of the Lord is already tested. It's us that's being tested. We're the ones being tested. И то, что не испытывается слово, но мы испытываемы. Словом. But we will pass the test. Но мы пройдем испытание. Okay, now, here's the thing. There is a connection between faith and faithfulness. Существует связь между верой и верностью. The truth is, we live our lives according to what we really believe. И истина состоит в следующем. Мы живем так, как мы верим, во что мы верим. Not just what we say we believe. А не только то, что мы говорим, во что мы верим. Now I don't know how long some of you guys have been in the church because I don't know you intimately. Я не знаю вас очень близко, не знаю, как долго вы находитесь в церкви. But we have people in the United States. Но у нас в Штатах есть такие люди. That tell you all the right stuff. Которые будут говорить о всех правильных вещах. They know the Bible stories. They can quote you all the verses. Они знают всю Библию, могут. Now, frequently, when people come from other countries and they see the way the Christians live in the United States, they just shake their heads. Но затем, когда другие христиане из других стран приезжают в Америку, они просто кивают головами, когда видят христиан в Америке. Because they're not living any differently than the unsaved people. Поскольку они не видят никакой разницы между жизнью этих христиан и жизнью неспасенных людей. It's upsetting to me. Меня это просто огорчает. Because
We are going to live what we really believe. И стиль нашей жизни будет зависеть от того, во что мы на самом деле верим. So it's important that I believe the right thing. И очень важно, чтобы я верила в истину, я верила в правильное. It's important that I teach the right thing. И очень важно, чтобы я учила правильному. And it's important that I teach anyone I teach, it's important that I teach them it matters how they live. И когда я учу кого-либо, очень важно, чтобы все это проявлялось в стиле их жизни. Okay. Am I messing it up too much? I'm messing with my microphone. I don't want to mess it up. Okay, look. Do you guys have roller coasters here? At an amusement park? A roller coaster? Татьяна, do they have roller coasters here? Есть ли американские горки у вас здесь? There are Christians that get on the roller coaster. Есть некоторые христиане, у которых есть свои собственные горки. They have the mountaintop experience. Они возносятся к небесам. Oh, they're so close to God. Oh, we just love you, Jesus. Oh, whatever. Они так близки к Богу. О, Иисус, мы тебя так любим. And whoa. А потом вниз. Down to the bottom. Внизу, в самом низу. And like, oh God, oh God. О Боже, о Боже. We want to get off of that roller coaster. It's not a fun ride. Мы должны слезть с этой горки американской. Это не очень смешно. It might be fun at the amusement park, but that's no way to live. Это не должен быть ваш образ жизни. I feel a passion. You need to help me prepare the body of Messiah to get off the roller coaster. И я чувствую это. У меня горячее желание, чтобы помочь телу Мессии слезть с этих американских горок. Every mountain shall be brought low. Каждая гора должна понизиться. Every valley will be lifted up. И каждая долина должна выпрямиться. And one of the ways that happens. И то, как можно это сделать. Is when you get down in the valley, you take what happened on the mountain down with you. И как это можно сделать, когда вы уже находитесь в долине, то, что было вверху на вершине, возьмите это вместе с собой. That means you remind yourself what God said. Напоминайте себе, что Бог сделал, когда вы находитесь в долине. When you get in the valley, you start saying, "But God said." Когда вы находитесь в долине, говорите: "Но Бог сказал." If you've had prophetic words, you write them down. Если к вам было пророческое слово, запишите их. And you go back and you look at them and you remind yourself what God said. И вы снова просматриваете их, напоминаете себе, что Бог сказал. Because I promise you, He is watching over His word to perform it. И я обещаю вам, Он наблюдает за своим словом, доколе оно не исполнится. Now, sometimes when I get down there in that valley. Иногда, когда вы находитесь внизу в долине. It's not a bad thing to say, "Okay, God, did I hear you correctly?" Тогда не нужно, не следует говорить: "Хорошо, Бог, я тебя вообще правильно расслышал?" Did I add anything to it? Или добавил ли я что-либо к твоим словам? Sometimes the way I add to God's word is in my mind how I think it's going to work out. Иногда, как я могу добавить к его словам, я начинаю размышлять, как это произойдет. Вот так будет или так будет. And I go back to it and it's like, no, that's not what he said. И затем я возвращаюсь и думаю, ну, он не сказал не совсем это. That's what I wanted him to say. Ну, я хотел, чтобы он бы так сказал. But go back to what he said. What he said will come to pass. Но то, что он сказал, оно исполнится. Okay. See, I have to go down too far. Okay, let's look at Hebrews chapter 10. Давайте откроем Евреям 10 главу. And I want to read through this and this section of scripture and just talk about a few things. How are we doing on time? Я хотела бы прочитать эту часть Писания. Okay. I'm going to start with Chapter 10, verse 36. 10 глава, 36 стих. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Verse 39. 39 стих. But we are not of those who draw back to destruction,
but of those who believe to the saving of the soul. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. We're not those that are going to draw back. Не такие, которые будут возвращаться назад. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Далее, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. In my life, I have experienced this verse. В моей жизни я прошла этот стих, я испытала этот стих. Where there would be times that I believed it in spite of myself. There were times I believed it in spite of myself. I couldn't help believing it. It was there. And the fact that I believed it was evidence to me. That's a hard one. Again, say it again. Split it. There were times when I would be in a difficult time and I would still believe. Иногда я проходила через трудные времена в моей жизни, я все еще верила в этот стих. Have you ever experienced that? Было ли у вас такое? I still believe it. This doesn't make any sense, but I believe it. Я все равно верила в этот стих, даже хотя смысла никакого не видела. For me, the fact that I believe it is the evidence. И даже вот этот факт моей веры, веры в этот стих, это доказательство. It might be easier to quit believing. Возможно, легче прекратить верить. But it has a hold of me. Но это держало меня все равно. And it won't let me go. И не отпускало меня. And I don't really want it to let me go. И на самом деле я даже не хотела, чтобы меня это отпустило. Good thing. И это очень хорошо. Okay, by it, by faith, the elders obtained a good testimony. Верую. Второй стих. В ней свидетельствованы древние. That's what we're going after, y'all. We want a good testimony. И то, что мы хотим также иметь, мы хотим получить хорошее свидетельство о нас. And we're not talking about a good testimony down here. И мы не говорим о свидетельстве здесь. Good testimony up there. С хорошим свидетельством там. Good testimony вверху. Up there. That's what we're going after. Okay, so look. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Веру Авель принес Богу жертву лучше, чем Каин. Through which he obtained witness that he was righteous, God testifying his gifts, and though through it being dead, still speaks. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Verse 5. By faith Enoch was taken away, so that he did not see death. Пятый стих. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. For before he was taken away, the end of the verse. For before he was taken away, he had this testimony that he pleased God. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. That's what we want is to please God. Это то, чего мы хотим. Мы хотим угодить Богу. That's all that matters. Это все, что имеет значение, ценность. We got to please God. Мы хотим угодить Богу. Verse 6. This is an important one. Hebrews 11:6. If you don't have it memorized, memorize it. О, важный очень стих. Если его вы не знаете, то лучше вам его запомнить. Шестой стих. Verse 11:6. 11 глава. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, ищущим Его воздает. Okay, we have to believe that He is, that He exists. Мы должны верить, что Он есть, Он существует. I'm not going to ask Him for something if He doesn't exist. Я не буду его просить о чем-либо, если его вообще нет. And I have to believe that He is a rewarder of those who diligently seek Him. И я должна верить, что Он вознаграждает тех, которые усердно ищут Его. It does not say He is a rewarder of those who casually inquire. И там не сказано, что Он вознаграждает тех, которые время от времени делают запрос. You guys have McDonald's here, don't you? У вас есть тут McDonald's? It's not my favorite restaurant. Это не мой любимый ресторан. But you drive in or you walk in and say, "Give me my food." Но вы проезжаете мимо, заходите и говорите, дайте мне мою еду.
That's not what it's talking about here, where you just flip up to God's window and say, "This is what I want, God, give it all to me." И это не то, о чем говорится в этом стихе. Вы подходите к окну Божьему и говорите: "Бог, я хочу это, быстро now, дай мне это мне сейчас. Give me faith, now, дай now. Мне веру сейчас." This is it says diligently inquire. Но тут сказано усердно, старательно искать его. Sometimes it's like get your tail into the kitchen and let's get cooking. Go into the kitchen and help me cook. Это иногда похоже на то, что, короче, иди, как бы, вали на кухню, сам себе приготовь все. It's diligent. I have to go after him. I have to seek his word. Я должна искать его, слово. It's not instant. Это не мгновенно. Then look at verse 7, talking about Noah. И затем 7 стих, где говорится о Ное. How long did he work on that boat? Something like 120 years? Как долго он работал вообще над этой лодкой? Где-то там немножко 120 лет. That's not McDonald's. Это не Макдональдс. And that's what we're called to. Это то, к чему мы призваны. And that's what you want to prepare your people. That's what we're called to is lifelong. И также вы должны подготовить своих людей, что мы призваны к этому пожизненному. Это всю жизнь. Okay, now in 8 through a little bit, they're going to be talking about Abraham. We're going to talk more about Abraham later. И затем с 8 далее стихи об Аврааме. Мы об Аврааме тоже затем отдельно поговорим. I wanted you to look at verse 11, though. И 11 стих. Why don't go ahead and read verse 11. 11 стих. Верою сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Sarah, there was a faith that was necessary for her to conceive. Вера а в Саре нужна была вера для того, чтобы принять семя. There is a faith that's necessary for us to have in order for the word that God speaks to begin to bear fruit in our lives. И также вера нужна нам, чтобы слово Божие начало произрастать в нашей жизни. It's not automatic. Это не автоматично. It's not automatic. Это не автоматом все происходит. And look what it says. И дальше что сказано? At the end of the verse. She judged him who had promised as faithful. Ибо знала, что верен обещавший. See, remember the story about the ice? Помните историю об льде на озере? It's all about who she was believing, and she believed that God, the promiser, was faithful. Она все это сосредоточено на том, в кого она веровала. И она знала, что верен он, тот, который обещал. If I write you a check on my bank, если я выпишу вам чек со своего счета банковского, you're only gonna believe it if you believe I've got the money. То вы поверите. You won't receive my check. Unless you're pretty darn sure I have the money. Вы не будете принимать чек мой, если только вы не уверены, что на самом деле у меня есть деньги на счету. She judged God as having the money. Она знала, она верила, что у Бога есть деньги на счету. So if we are going to receive the word. Поэтому если мы хотим принять слово верой. We have to be able to be like Sarah and judge him as faithful. То мы должны быть такими, как Сара, и знать, что он верен, он верный. Okay, let's take just a brief minute. Bow your heads. Let me pray. Давайте помолимся. Я хочу помолиться. I guess you have to bow your heads if you don't want to. Again? They don't have to bow their heads if they don't want to. Ну, если вы не хотите, не обязательно склонять свои головы. Father, I thank you for your word. Отец, спасибо за твое слово. And Father, we do judge you as being faithful. И мы знаем, что ты верный. You are utterly reliable. И что мы всегда можем полностью положиться на тебя. And Father, I pray for the prophetic words that have already been spoken over these students.
И благодарю тебя за пророческие слова, которые были сказаны этим студентам. I praise you that you are watching over your word. И я хвалю тебя, что ты наблюдаешь за своим словом. That you are testing them with the word. Ты испытываешь их своим словом. And Father, I declare and encourage them that they are going to pass the test. И я провозглашаю, я ободряю их, что они пройдут этот экзамен, этот тест. They're going to come through it. Они пройдут его. And they are going to obtain a good testimony. И они получат хорошее свидетельство. In heaven. На небесах. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Amen. Okay. Take a break.